важное добавление к предыдущему посту о формировании паролей с помощью формулы таблиц Google. Если мы вставили в одну из ячеек формулу, которая вот здесь в верхней строке показана, часть ее показана, и затем ставим такую же формулу в следующую ячейку, ну или в любую другую ячейку, то у нас содержимое первой ячейки пересчитывается. Сейчас я вставлю в третью ячейку, и значение обеих этих ячеек изменится. Связано это с тем, что расчет при вводе очередного значения в какую-то ячейку, у меня происходит перерасчет всех данных во всех ячейках, записанных с помощью формул. А поскольку здесь используется формула «случайное число», то случайное число, когда раз попадается новое, и каждый символ формируется снова и снова. Еще одно замечание. Узенькие буквы «О» – это нули, а широкие буквы «О» – сейчас мы добьемся. Здесь вот все нули, три нуля. А вот здесь буква «О». Вот широкая буква «О» и маленькая, маленький нолик.